Мы вновь погружаемся в атмосферу русской духовной музыки. Богослужение православной церкви тесно связано со священной историей. Оно словно бы символически и духовно иллюстрирует ее от самого начала. Каждый дневной круг богослужений открывается пением 103-го псалма, повествующего о сотворении мира. Другое песнопение, которое вы также сегодня услышите, связано с Тайной вечерей и звучит в самый торжественный, самый важный момент литургии. На сцене лауреат международных и всероссийских конкурсов женский хор Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Сергеевича Прокопьева. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры Московской области Татьяна Евгеньевна Оприщ. Концертмейстер, лауреат международных и всероссийских конкурсов Ирина Игоревна Ларионова. Михаил Михайлович Ипполитов Иванов, благослови душе моя Господа. Павел Дмитриевич Крылов, тебе поем. Господи, душе моя, Господа,
Господи, мой труд благослови. Пусть растет калина возле дома, краше год от года становясь. Будет путинка невесомой между нами искренняя связь. Осенью калиновые гроздья алым соком радуя меня о любви счастливой, яркой, поздней мне расскажут на закате дня. Белорусская народная песня в обработке Бориса Снеткова. Как в Аполе не калинка росла. We were.
наступающей годовщине 75-летию Великой Победы посвящена следующая страница нашего концерта. Стихотворение Константина Симонова «Жди меня» было написано в тяжелейшие дни октября 1941 года. И спустя 3 месяца оно появилось на страницах газеты «Правда». Вырезки из этой газеты находили в карманах гимнастерок погибших бойцов. «Жди меня» чертили на броне танков и на бортах грузовиков со снарядами. Солдаты отправляли их домой, а солдатки пересказывали прозой и посылали мужьям со своей подписью. Наверное, такой судьбы не было ни у одного из стихотворений. Оно стало подлинным символом веры, надежды и преданности. Композитор Кирилл Молчанов использовал стихотворение Симонова для песни Женьки Камельковой в опере «А зори здесь тихие». На сцене вокальный ансамбль женского хора, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Московской области, оприч Татьяна Евгеньевна, концертмейстер Ирина Игоревна Ларионова. Кирилл Молчанов, слова Константина Симонова. «Жди меня». Thank you.
наступающим Рождеством! Волхвы пришли, младенец крепко спал, звезда светила ярко с небосвода, холодный ветер снег в сугроб скривал, шуршал песок, костер трещал у входа, дым шел свечой, огонь вился крючком, и тени становились то короче, то вдруг длинней. Никто не знал кругом, что жизнь еще начнется с этой ночи. Волхвы пришли, младенец крепко спал, крутые своды ясли окружали, кружился снег, клубился белый пар, лежал младенец, и дары лежали. Музыка и слова студентки третьего курса отдела хорового дирижирования Анны Еремеевой. Рождественский ангел.